сошла с ума! Ищи, пожалуйста! Разве это галлюцинация? Ты привела двоих бродяг в свою квартиру. Это длинная история. И я положу ей конец, как только смогу сфокусироваться. Прости, что я тебя ударила, я тебя не узнала. Хорошо же это говорит о тебе. Меня разбудил детский крик, и я не знала, что... Эта бродяжка так меня ударила, что не поверишь, удар кулаком прямо в нос. Я прошу тебя говорить потише. Я тебе говорил, что ты на это напрашивалась, когда накормила их. И как они здесь оказались? Я опять сбила его машиной. Ты что, вчера на свет родилась, да? Это безумие, но это так. Ты хоть понимаешь, что эта мартышка специально бросилась под твои колеса?